Для обеспечения открытости и законности выборов на каждом избирательном участке работают независимые общественные наблюдатели. Их основная задача – контроль за ходом голосования и фиксация нарушений. Активисты говорят, важно грамотно выполнять свою работу, а еще быть чуткими. К людям внимание, тем более то, что чем занимаемся выборами губернатора, конечно, подсказать вовремя, увидеть и доброжелательно быть. Вообще людей надо любить. Деятельность наблюдателей курирует общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Его представители проконтролировали работу на участковой избирательной комиссии номер 2912 и на участковой избирательной комиссии номер 2918. На участке размещены правильные все документы, которые необходимы. У нас протокол данной участковой избирательной комиссии, где указано количество избирателей, количество выданных бюллетеней. Соответственно, вся информация, необходимая для проведения спокойного, прозрачного процесса, здесь полностью обеспечена. Никаких нареканий у нас, как членов штаба, нету, поэтому мы продолжаем наблюдение. Члены избирательной комиссии организованы, дисциплинированы, приветливы, и они заботятся о каждом избирателе, создают для него благоприятные условия для цельного и целеустремленного принятия решений по голосованию. Для тех, кто по уважительным причинам не может прийти на избирательный участок, предусмотрено голосование на дому. Для этого нужно подать заявление в участковую избирательную комиссию лично или по телефону. Необходимо успеть до 14:00 10 сентября. Сегодня было 8 человек, настолько ответственные люди. 90 лет женщине, она заявку прислала, мы пришли, она довольна, нас встретила, проголосовала. В общем, все хорошо. Избирательные участки продолжат свою работу 9 и 10 сентября с 8 до 20:00. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.